Если ты всю жизнь работал, это вовсе не означает, что у тебя будет обеспеченная старость. У нас это вообще ничего не означает, ну, кроме того, что ты всю жизнь работал. Рейс в Америку. В аэропорту Тель-Авива идет посадка на рейс американской авиакомпании. Стюарт видит, что 50 мест в первом классе заняли богатые евреи и думает: «Так, если хорошо их обслужу, дадут по десяточке на чай и будет у меня $500. А вот если я очень постараюсь, то и по 25 баксов не пожалеют». Весь полет он вокруг них прыгал, воду, коньяк, таблетки, пледы подавал, уже из сил выбился. Сели в Нью-Йорке, он уже карманы приготовил. Выходят евреи. Первый говорит: «Я в жизни много летал, но никто никогда не обслуживал меня так, как вы. Спасибо». Пожал руку и ушел. Второй: «Спасибо». Пожал руку и ушел. И так 49 человек. Стюарт в ступоре. Последний, маленький старичок, все то же самое сказал и добавил: «Мы тут с друзьями решили вас отблагодарить». И протягивает стюарду $10 000. Стоит стюарт на трапе, машет деньгами вслед евреям и шепчет: «Эх, евреи, евреи, может быть, вы и не убивали Христа, но как же вы его мучили!» Внук сегодня нашел точную формулировку такому явлению, как лень, сказав, что лень – это привычка отдыхать до того, как ты устанешь. «Девушка, вы танцуете?» «Да». «Слава Богу! Я думал, вас током бьет!»